На чем мы остановились? Мы остановились на Твинзере. И, собственно, с Твинзера мы и начнем, наверное, да? Мы на границе первого чемпиона, третий Diamond Division 4 у нас. Но я точно знаю, что это Octane Hitbox. Тут ни с чем не спутать Твинзер. Это чисто вылитый Octane. Я учусь прессить все мячи, так что постараюсь играть плюс-минус агрессивно. Но не сильно упарываться. Вот, например, сейчас я вроде упоролся. Не, нормально. Живем, живем. Интересный разворот от него. А зачем он так сделал? А, он просто свалил. Вау, что с вейвдэшем? Он меня битнул. Но это из-за кривого вейвдэша. Я думаю, что я нормально уже приземляюсь. А у меня вот что машина делает. Растанцовка от Твинзера. Сколько всего машин? Под сотку. Машин примерно под сотку. До самого лета нам хватит. Дабл, может, забью? Ой-ой-ой-ой, хороший какой. На Твинзере. Это, кстати, моя первая игра за сегодня. Я супер не размят. И в первой же игре дабл. Твинзер пока чувствуется норм. Не так мерзковато, как Octane. После Octane все хорошо. Оп, найс. Обычно, чем дольше перерыв, тем лучше ты играешь. Но вчера я играл. Я вчера играл в Трентри с Мишустиком и Клиникой на его стриме. Выиграли у него киков. Соточка. Оп. Легкая первая. Вообще пора бы фликать, но я тормоз. Не смог я здесь фликнуть нормально. Че, он будет тыкаться? Если я просто его бампну. Хорошее касание от него. Памп не получился. Задний ход. Передний ход. Флик. Найс. Задний ход, передний ход, флик. Сегодня у меня преимущество. Сегодня пятница. Вот. Работяги пришли играть. Но из-за того, что сегодня пятница, у меня, наверное, интернет будет подшаливать. Ну, посмотрим. Кто окажется сильнее, мой интернет или работяги? Ой-ой-ой, какой контроль. Так, Твинзер что-то какой-то жесткий. Я мяч отдал, да, по факту? И он отдал мне его обратно, но я бездарно развернулся. В итоге мне придется как-то это дефать. Вот так, подефаем, короче. Вынесу сильно. Видимо, буста мне здесь не светит, поэтому не тратим. Хорошо сыграл. Он будет фликать. Еще раз фликать будет. Надо маленький собирать, тут до большого я не успею, скорее всего. Тач. Бездарный тач. Там отскок не под него уже. Так что пофиг. И чё, и сколько у тебя буста, другалёк? Чё-то маловато, да, я так понимаю? Откисаешь. Ну и просто даблджампами запрыгали. Ну чё-то на Твинзере даже разминочная выигрывается. Я работяга, если что. Здорово, здорово, Дань. Ай! Бля, киков проебал. Зато с Даней поздоровался. Классический стример. Ой-ой. Хорошо сыграл. Он не успеет, да, никак? Я думаю, он полетит. Вох ты, ёпта, я провтыкал. Он хорошо сыграл, я знал, что он полетит, но почему-то я ничего не сделал с этим. Не среагировал никак. Сложно будет что-то придумать. А он за бустом поехал. Тогда все будет проще. Тогда вот так. Если он за бустом поехал. Теперь я еду за бустом, он будет центр отпить. Нет, это какой-то ар-дрибл намечается. Просто данкну его. Не забить это, скорее всего. А, это залетает. Нормальная тема. Я думаю, быстрее рекавернится, поэтому скажу, что там не забить. Потому что он бы меня бампнул. Но оно сразу залетало, оказывается. Все проще. Все оказалось намного проще. Опа! Да ну! Понял, извините. Ошибся кассой. Че, это быстрый удар будет или что? Или это флип-ресет такой? Новомодный. Я не дам ему здесь меня запушить. Я буду прям до конца чезить. На. Чуть-чуть не прокнуло. Ну, касание было очень неудачное при флипом. Вот это было. То, что я здесь не коснулся, это плохо. Мэ. И кто выиграл киков? По-моему, он. У меня 28 буста, но не поеду. Я зассал. Так. Нормально посейвили. Взорву. Он не взрывается, что-то. Я пофоткал. Он не забьет-то никак, по идее. Вау, он забил. Прям мяч медленно катился. Мне кажется, он бездарно сыграл. Не ожидал я там такого. Найс. Может, с киков сразу забью? О, нифига, он что умеет. Окей, тогда мой мид.
Я на бас. Но я его подвинул. Все хорошо. Что? Ну да. То есть вы хотите сказать, я этого не коснулся? Понял тебя. Понял тебя, браток. Как говорится, держи в курсе. Он дабл-тач свой сделал. Я удивлен, что там не было моего касания, ну ладно. Отпустили этот момент, играем дальше. Вроде как кик-оффы стабильные у нас идут. Чё я сделал? Пиздец, я такой нуб. Я не зачелленджил, когда он отдал мне мяч. Я побоялся его, а он просто наказал меня. Не могу там забить никак. Он будет ехать. Надо было ехать на этот мяч. Откуда же я знал? Найс. Не взорвал его. Пойдет, надо забить его, да? Найс. Фух. Я думаю, я уже мисснул. 16 секунд. Надо как-то справиться. Надо как-то справиться. Такое, по-моему, не справишься. Но он дурак. Почему он едет за бустом? Так, браток. А забивать кто будет? Я 6 секунд, то еще в курсе? Хм. Давай покатаемся. Да! Вот это отскок был. Че нам после твинтера-то? После твизера мудкэт. Какой мудкэт хотите, чат? Первый, второй или третий? О, найс, релка встает. Просто встал и все. Пойдет, наверное. Что он сделает в такой ситуации? Вау. Слишком сильно проиграл. Так. Удиви меня. Удивил. Вообще какой-то парень отчаянный. Что-то с ним явно не так. Он реально меня удивил. Мама манера. Мало манера. Ребят, у него мало. Мало манер. Что за игрок такой безманерный? Что ты делаешь? Не понимаю пока что, что он делает. Я, пожалуй, почилю. Мало, мало, мало тебя. Окей. Окей, чел. Манера — это лицо мужчины, это правда. Сразу видно Кингсман, смотрю. Это же оттуда, да, вроде? Чё он делает, я не понимаю. У него КМС по собиранию бустов? Во, псих. Реально какой-то парень странный, если честно. Да ну, я думал, он полетит, блядь, путь, он просто ничего не делает. Что, он фристайлер? Он едет на стенку или все? Я с фристайлерами, у меня разговор короткий. Он просто хочет все бусты мира, да? Блядь, окей, чел. Без проблем. Без проблем. А. Там свои ворота. Так. Так. На, просто на мудкете тебе. Нифига повершотик вылез. Вообще с кайфом. Вот это был разворотинг, смотри. Вот это гитбокс, конечно. Просто пушка такая. Контент? Контент. Я его искренне не понимаю. В
Значит, что ты делаешь? Вот у него 0 буста. И он едет за моим дальним бустом, когда мяч у него за спиной. Он все еще стоит АПК. Какой же ты странный. Окей, я просто не буду ехать к нему и все. Бля, браток, ты что, бот? Он бот? Или что? Ну почему он так странно играет? Может, он потерялся? Может, это платина, которая потерялась? Может, у него челлендж? Камбэкнуть с 10-0? Или он не может прыгать, я не знаю. Он просто стоит в ВК на воротах и все. И собирает бусты. Это типа все, чем он занимается. Так. Поедь не сесть. Жестко. Опа! Такого-то ты не ожидал? Флип ресета на муткете. Да он дрил странный. Почему он ничего не делает? И почему я попадаю флип ресетами во второй игре за день? Че за бред? 5-0 пока что. Флип ресеты на муткете прокнули. Но это, я не знаю. Но он даже вот это не может попасть. Слишком фри. Итак, Букин! Опа, Гена Букин против самолета. Легендарный екатеринбуржец. Кто вспомнил, тот прослезился. Блять, он прописывает мне троечку, девяточку, да? Опа! Мало-мало буста у меня. Как тут сыграть-то правильнее? Вот так вот. Нет, по-моему, неправильно сыграл в итоге. А он отъехал. Ух. Интересно. Я уже говорил, что мне не очень нравится хитбокс этой машины, да? Каким хуем этот мяч полетел так слабо? Что за срань? 500 рублей, сэ. О! Понял. Понял, не прав. Блять, Олег. Да ну он не едет. Поедь, пожалуйста. Нет, да как он засейвил? Это было практически идеально. Да ёбаный в рот, не туда воюешь ты на Олеге на своем самолете. Ой-ой-ой-ой-ой. Олег Самолетович, добрый вечер. Это хороший был. Это прям нормальный был. Финалист кожаного мяча. О, да. Это я. Да-да, я. Так. Нихуя телепорт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну пошел, пошел, на самолете просто. Все затягиваю самолеты этого просто, ну, лютейший автомобиль. Хотя автомобилем это назвать сложно. Б! Залогово. 500, Сань. Все еще 500. Я жду. Нет! Интересно, знаешь, что у меня 0? Я предположу, что нет. Хотя, возможно, догадывается. Да мне не нужна эта соточка, браток. Я комфортно себя чувствую без сотки. Блять, я думаю, это не ворота. Я комфортно себя чувствую без сотки. Просто мне халяву забили. Ебануться. Просто ракета на взлет. И я забью. Шок. Просто шок. Но этот парень, он неплох. Так что это будет битва у нас с ним. Я никак не успею. Да. Парни, у меня что-то лагает, пиздец. Может, FF-нуть? Что-то лагает вообще, но играть очень тяжело. Вообще, что-то машина неуправляемая. По-моему, у меня геймпад сломался, кстати. Слушайте, по-моему, геймпад реально накрылся. Пора... Не-не, геймпад работает. Нихуя себе.
Ну, геймпад что-то лагает, пиздец, не могу играть. Не знаю, стик ведет. Машина заносит жопу. Ой-ой-ой, не повезло, не повезло. Не везет тут, не везет. Ах, ну не везет, да ебаный в рот. Не везет. Непонятно, что делать. Не везет и все. Не везет, чат, ну невозможно. Возможно выиграть. Просто не везет. О, нет. Уф. Я был уверен, что я не попаду, но это надо было сделать. Это было либо гол в мои ворота, либо в его. Уу. Ебать. $300! Легкая. Но лагает все еще. Мне кажется, что... Ой, у него лагает тоже. Мейнфестер, мне кажется, ты... Не тому задонатил. Оп-оп-оп. Хай. Ой-ой-ой, как же он живет. Как же он живет на стримере, это просто шок. Найс, на ложке челленджи только туда. Вообще, меня не особо интересует ехать туда. Что он там будет делать? Он миссит, смотри. Ха, ну бас. Изи. Я целился в перекладину как мог, Сань. А, ну что я вам могу сказать? Что я вам могу сказать? Самолет был пройден тоже с первого раза. Я удивлен, что как-то слишком просто, нет? Вообще без сопротивления.